Re! Viss ēters ir te! Еще на год будет заморожена кадастровая стоимость недвижимости. Это решение в срочном порядке принял Сейм. Таким образом, кадастровая цена, исходя из которой высчитывается налог на недвижимость, будет по-прежнему находиться на уровне 2017 года. Причина в том, что Государственная служба земли по-прежнему разрабатывает улучшенную методику расчета кадастровой цены. Параллельно Министерство юстиции разрабатывает новую систему сбора налога на недвижимость.